Встречайте, друзья, дирижер оркестра Imperial Orchestra Лев Дунавер. В этом году исполнилось 30 лет со дня выхода популярной комедии «Один дома». «Один дома» не просто история, знакомая каждому из нас с детства, но еще и один из главных рождественских фильмов всех времен. Это история о Кевине, который случайно остался один в огромном доме и отважно противостоял двум грабителям. Фильм получил смешанный отзыв от критиков, став самым кассовым рождественским фильмом всех времен в Северной Америке и самой кассовой комедией за всю историю кинематографа США. Джон Уильямс. «Один дома». Солисты, ребята из арт-студии «Праздник». Thank you.